Чем сегодня живут регионы? Каковы главные достижения и проблемы 2015 года? Год назад, благодаря административной реформе, четко были разграничены полномочия между правительством Казахстана и акимами. Власть на местах в каждом регионе была усилена и наделена всеми необходимыми ресурсами. Именно там, на местах, решаются самые насущные, ежегодные вопросы, волнующие всех. Поддержка малого и среднего бизнеса, отопительный сезон, детские сады, цены на продукты и лекарства, жилье, дороги, безопасность, уборка территории и многое другое, с чем сталкиваемся каждый день. О всех вопросах развития регионов нашей страны можно узнать на специальных пресс-конференциях акимов областей, городов Астана и Алматы в службе центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан. Пресс-конференция будет посвящена социально-экономическому развитию Алматинской области. 2 декабря 2015 года в 14:30 в СЦК выступит аким области Амандык Габасович Баталов.